Хорошая баба. Валька. Валька хорошая баба. Чем хорош? Ну чем? Я как-то... Честно тебе скажу. Да? Скажи. Сейчас. Мы садились на автобус. Так. Я Танька и Янка. Я хотел подойти. А Валька твоя с корреспондентом. Так. А Валя по себе. И что? Ну, корреспондент. А, да, да. И что ты подумал? Ну что я подумал? Знаешь, повестку хорошую. Говорила? Да. Потихоньку. Я сказал, через 2 часа, все. Еще прошло только 40 минут, все. Нет. Не надо, не надо глумить. Лен, а почему вот этот вопрос решался? Ты у пятки был на побегушках. Почему? Как? А рабом? Как на побегушках? Говно убирал они. Ували, корылы. Тебя прозвали морковкой. Морковка, сбегай за водкой. Чего? Морковка это... Знаешь, кто прозвал? Это трусенка дочка. Морковка. Иди нахуй, это дом, дурак. Морковина. Морковка. А зачем морковки? Ладно, секунду, вот это феска. Почему ты эту феску нарисовал у этого человека? Феску? Ну это шляпа, ёпта. Шляпа или феска? Ну, феска не такая. Феска не такая? Это что? Узбеку. Узбеку? Вот и сказали. Вот а то, что киргизы хорошо получаются. Киргизы. Потому что сам киргиз. Да. Сам киргиз. Ну не киргиз. Только Анатолий Иванович. Или киргиз. Это батька. Науку. Звал. Большоголовый. Науку. Да? Ну, не террорист. На Сибири как там называл? Как же? Ай, да, там... Ну, ладно, вот. Хуй на батьку бежал. Ладно. Нюрочку ты любил?